Да, я только хотел сказать. Это же Зоу. Ты ничего там написал, я сказал 300 напиши. Это же Зоу. Зоо, что-то там люди говорят. Зоопарк. Он Зоу говорит, извините. Зоопарк. Зоу, блядь. Андрей, я пожму. Не-не, сейчас Катюха жмем. Катя, да, быстрее? Да давай уже, блядь, уже включен у меня. Зоо. Зоо. У него Зоо написано. Он не учился просто в школе. Не знаю, что такое, блядь, Зоо, блядь. Зоо, 300, подержи, пожалуйста. Сейчас замолвите. Гена, успокойся, ты все... А то мало там, смотри, тоже приезжает. Давай, все. Я и забыл. Два кота, блядь, один мяу, другой мало, блядь. Я один Зоо. Зоо. И профитроль. Ну все. Есть фильм Зохан, а теперь будет просто Зоо. 10? Да, да. Оп! Да где камера, блядь? Зоо. Так, я не могу. Теперь вот Зоо. Зоо. Большой брат следит за тобой, имею в виду. Жень, ну-ка еще раз скажи, что у нее сзади-то? Ее сзади. Будешь драться, я тебе говорю, я тебя прогибом сам. Ее сзади одна попа и одна жопа. Жал, жал, жал. Принципиальная заруба, блядь. Жень, ну ты ж понимаешь, блядь. Собери и тряпка. Ты ж понимаешь, как будет неприятно, если ты сейчас не пожмешь. Представляешь, котяра, как будет издеваться над тобой? А всего килограмм? Всего килограмм. Да. Дави! Давай, 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 давай! Башкой не крути, блядь! Дави! Молодец, Жень! Я же не Филипп теперь. Котяра Филипп. Котяра Филипп. Стасом местами просто и все. Справишься? Ну хорошо, давай. Так, у нас 210. Оп! Оп! Хорошо. 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 Секретные методики от Сарайкина. Ротаторную. Мышцу. Если шею вот так делать, ага. То потом голова не болит. Потом пиздецки сильный становишься. Нет, просто разминаешь. Это застой кровяные в шею. Андрей, ага. Он врет, я жму. Это на шею так делал. Эфир тратит на него. Давай, Серый. Еще один мускарю, блядь. С дисками, блядь. Дисководный хуй, блядь. Я сгорел, у него депрессия. Серега, Серега. Кто мускарю, кто нет, определяется по результатам, понимаешь? Ой, блядь. Они по действиям. Зато Серега не чистый спортсмен, да, Серега? Че? Чистый спортсмен. Блядь, он чистый. Это, знаешь, в чем беда-то? А вот чувствую... кто, сука, мне поддерживает? Не знаю. Вот проси теперь нечистого спортсмена, это, Саш, чтобы он палку подержал. 15-10.
На голову, на голову. Он как тяжело сидел. Антон! Антон! Вот первый шов разошелся. Ну немножко, чуть-чуть. Там еще. Это же 3 слой там. Давай. 300. Поехали. Кать, подними чуть-чуть руку. Ага. Еще. Да. Можно будет делать. Что мы делаем? Назвать тебя. Я вот так обидно, да? Все уходят сразу, я жму все уходят. Очень всем, интересно. Всем похер у нас, одну руку забирают. Привет, ну что, вдруг я снимаю? Давай переодевайся. Сними, Кать, только она поет. Катюша, что это за подвывание было? Что ты вообще мне на жим поставил? Очень веселая песня, ты только послушай. Главное, обдумчивая. Я уложу с тобой Дави. Тяжеловато? Да? Когда ты его расстроил? Кого? Чем? Ну ты голос превысил, так сразу. Не-не, я вот. Как будто обидно напоел. А коты, они все такие, они же, они смысл не понимают, они надо только на реакцию голоса. Да, она на тапки не снимает нам. А то коты, они все такие. Сука, там. Не зря он заслуженный мастер спорта. По самому спорту. Уже заслуженный? Ты растешь, как на дорогие. 320. Оп. Руки держим. Аба! Ну хорошо. Аба, еще раз. Хорошо. Все. На левую руку чуть-чуть. Сказал Антон, ничего не делает. Все сразу, все забили и ушли. Никто, Андрей, я здесь. Я просто магнезия руки мажу. Я забылся не помазать. Ты будешь снимать? Да пускай так снимать. Я дома магнезию нашел. Неси. Который я купил в 12 году. Не гони. Выдержанная магнезия. Я как-то на балкон эту куда-то закинул после ремонта. И все. Ну все, попроси. Ну мы купили, но у нас уже заканчивается. Хотел повторить
пудре. Чей? Ну я раньше помню, когда-то 200, 250, 300. Думаю, дай чё, блядь, я буду ходить с такими шагами. Тоже. Ты не настроение. И это. Не, меня Димка с... подвиг. Просто Андрюх, Андрюх, там, блин, и не спал с ним. Слышь, блядь, хули ты тут мотаешься, блядь, я передо мной. С умным видом, блядь, как цапля тут с доской прогуливаешься. Видео-то включено уже. Так, еще второй подход на 250. Опа, давай еще. Дави, 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 еще раз. Третий не идет. Запас есть, а третий не было. Kings and Queens. Ну а как известно, все новое это хорошо. Забытое старое. Вспоминаем вещицу команды Bon Jovi 86-го года. Триста сорок. Опа, давай, 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 давай. До конца, локти. Ну, хорошо, чуть-чуть подбалтывает. Спасибо. Там видео будет. Если я тебя не знал, он подумал, что у меня стройку. Нет. Вот это уж любят. Как ваше самочувствие? Охеренно. Больше морально, чем физически. Просто так же. Все, разбер. Короче, Женя, Катька сказала, если ты сейчас... Сука. А? Ну ладно. Катька хочет тебя унизить, короче. Нет, ты давай не затягивай, я-то снимаю вообще. Я тогда скажу, что я промолчал сейчас. Ой, хер он дождется. Хер он дождется. А чё, какие 15, блядь? Слышь, мамчик, блядь. А, ну понятно, чё на 15. Спасли. Двести шестьдесят. Забористая струя бобра попалась. Да. Человеку.
350. На струе бобра исключительно жмем. Или бобер был химик, точно, блядь. Летнее настроение создается благодаря такой музыке. Прямо сейчас дожик к этой сцене. Давай, давай, давай! Минус одна строчка. Дальше... Левой, левой дорабатывай, левой! Хорошо, молодец. Нормально, отлично. Давай еще раз. Жень, короче, накануне только честь. Имя. Не только имя, но уже и фамилия. Да, и один лишь повод мне. Хотя, если думаться, какой повод? Он же не нужен. И пошли слоганы из статусов. Хочешь услышать, позвони. Хочешь узнать, хочешь помянуть добрым слухом коллегу. Не тормози, поймите. Вы же помните, что у нас утренний шоу, пока вы ходите. Главное, чтобы Женька не упал. Грязно подпрёвывал. Рука можно подняться. Слышь, ты что руки туда держишь там? И я хуй знаю. Убери оттуда руки. Я слушатель старше 12 лет. Дима, Дим, встань сбоку, пожалуйста. Не, помнишь, Катя кому-то шоколала тогда зовут? Да! Поехали! Давай! Взорвался! Еще раз два. Все. Больно что-то. Душа болит. Больно мне, больно. Катюх, ну и что? Катюх, мы будем его унижать? Вообще, сейчас будем? Будем из Евгения Никандрова делать Филиппа Зайцева. Да ладно, последний раз. Последний. Ну, что, Катюх? Вообще надо видео в повтор посмотреть. Да. Серега, что ему не помогал? Помогал 100%. Конечно, помогал. Помогал 100%. Не, ну что? Ну что? А он не раздевается, он на 80 хочет потом пойти. Не, ну он... Ты... Да он-то похуй, ты-то что? Пойдешь? Ну что, это нормально. Да а? Иди давай. Жень, мы тебя и таким любим, что это нормально. Ну что ты, давай. А то ты будешь Филиппом Зайцевым. Давай. Нагружаем. 271. Катька зарубается с Женькой Никандровым. На предмет, кто будет Зайцевым Филиппом. Сама, Серег, сама. Ваш ответ. Ладно, подумай пока. Мы капитан вымучим? Нет, 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 это же абсолютка. 72? 75? А? 71? Сейчас по килограмму, ладно? Спокойно, же не души всю, блядь. Не хочется менять. Борьба ноздря в ноздрю. Вот так, фамилия. Джо, смотри. Ни имя, ни фамилию. Слышь, нет, ну имя поменять можно, но фамилию же тоже придется. Филя Зайцев. Я если не пожму сейчас, то она так упадет, что весь YouTube мой будет. Инстаграм весь мой. Катюх, ты слышал? Уронит так, что... Пугает хоть. Че? Пугает, говорит, сейчас упадет. Кто? Сейчас он штангу, если не пожму, говорит, так, так штангу уроню. Он такая, этот, как face to face, ну-ка.
Ну, давай. Ближе подойди. Ближе. Ну, туда, вот так. Ну, ты следующий. Бей по яйцам, блядь, парни. Блин, что пошел-то? 72, что ли? 320, блядь. Несколько лет учусь себя отлежать. Ахуй, блядь, несколько лет все коту под хвост. Вон там коту. Серега, тебе загнали под хвост там что-то, ты пропустил. Слышь, а он знаешь что? Женя, Жень, а он знаешь, что сейчас делает? Он играет в этот, в игру этот, волк и заяц. Кот и заяц. Нет, волк и яйца. Кот и яйца. Нет, у него там... В этой груди коты играют, блядь. У него там мышка у него там живая, и он сидит. Артена Филиппович, блядь. Мышка, блядь. Не жми уже, ёбан. Чего ты сюда пришёл? Все там были, сюда прибежали. А это все же любят тучку. Не, я не люблю. Они больше всего видео про выбирают. Ну, Алабайка тоже выбирает. Алабайка там в черте. Забыл он, смотри. Нет, было хорошее было предложение со стороны Антона. Этот, премию Дарвина за самую какую... За самую глупую и нелепую смерть мы его уговаривали 400 негатив сделать. Надо в интернете почитать. Премия Дарвина, за нее деньги дают или что? Потому что просто умер, блядь, и все, блядь. Какой-то смысл, блядь, в этом. По-дружески. Ну, в общем, он остановился просто на 275. Что? Нет, он думал, но недолго. Он сказал, я еще не готов умереть. 300 премий приживать. 400 премий Дарвина, 300 приживать. Нет, ладно, мы сейчас просто... 275. Просто уйдем, чтобы не менять фамилию от проигрыша и все. Подожди, а надо уточнить условия договора. А то слишком... Если он реально умрет... Так, слышно. Он не дотянул до премии Дарвина. Я про имя, фамилию. А, про фамилию? Какую фамилию напишем? На гробовой доске? Не знаю. Ваше последнее слово. Ну да. Договор аннулируется. Он умрет Никандровым. Шестое место. Слышь, там уже шестое место. Давай жми. Под танцовкой гадет. Катюх, если не пожмет, ты ему майку свою отдашь. С надписью. И пошел мощно! Увел на голову, блин, как обычно. Ладно, все нормально.